Человек может испытывать вину, даже рационально понимая, что он, ну, как бы не виноват там, и так далее. Потому что надо понимать суть вины. Значит, суть вины – это такая внутренняя психологическая игра. Значит, мы пытаемся, у нас же воображение богатое, вот, мы пытаемся забежать в прошлое, вот, и как-то по-другому подействовать, вот, что-то другое предпринять. Но часто вот потеряли человека, погиб он там или еще что-то. И вот вина, вот, если бы я знал, знала там и так далее. Вот. Так не знали. Понимаете, в чем дело? Вот. Не пишется история в сослагательном наклонении, а прошлое не переписывается, зная результат тех или иных действий или шагов. Вот. И поэтому эта вещь такая глубоко иррациональная. И надо просто понимать, что не надо играть со временем. Жизнь здесь сейчас. Вот что вы сейчас можете сделать хорошего? Вот если вы сейчас что-то сделали хорошее, можете быть уверены, что вина – это не то, что, значит, к вам имеет отношение. А если сейчас сидите и не делаете ничего хорошего, ну, как бы есть вопрос, что-то вы, так сказать, виноваты, мне кажется. Вот. Так что делайте больше хорошего.